Это потише сделать. Сейчас сделаем еще потише. Давай вот так. Вот так нормально. Вот так 100 пудов нормально. Ля-ля-ля. Да, вот так нормально. Пусти пистолет. Ну, я готов. Наверное. У нас тут есть сейфка охуительная. Где, по-моему, все найдено. Кроме ноток. Пися? Нормально. Давай. Вот так. Воу. Лопатный рыцарь. Вкопайтесь в основной сюжет. Не, ну само собой сися. Пускай даже вот так уже персонажа зовут. Войди в режим смены тел, прежде чем начать. Вы хотите сменить тела главных персонажей, вы можете сделать это в любой момент в меню паузы. Смени тело. Сделать женщину? Женщина Лопатина? Да. Все женщины? Случайно. Что наоборот? Что значит наоборот? Пускай будет наоборот. Я не знаю, что это значит. Пускай будет. Опа. Все женщины будут, нихуя. Давай, я согласен. А чародейка будет мужик. Эй. А как дальше-то? Так что ли? Да. Что-то ничего не поменялось, по-моему. Давным-давно, когда трава была зеленее, на земле водились легендарные герои. Самый доблестный из них были Лопатный рыцарь и Щитовой рыцарь. Странствия привели их к башне судьбы, где магический амулет стал причиной жуткого проклятия. Когда Лопатный рыцарь очнулся, башня была запечатана магией, а Щитовой рыцарь исчезла. С разбитым сердцем и сломленным духом Лопатный рыцарь стал отшельником. Грядки пошел копать. Но в отсутствии героев в этих землях обосновались злые чары. Два злые силы, чародейка и орден без пощады. И вот башня снова открыта, кругом царит разруха. Вот-вот начнется новое приключение. Let's get dig it. Давайте покопаем. Докопайся до истины. Красота. О! Все-таки я женщина, ты посмотри. Нет, ну ладно. Так, окей. Денежки, больше денежек. Опа! Какой же бузон здесь четкий. Можно улучшать лопату, можно менять костюм, насколько я помню. И вместе с ним лопата меняется.
Хоба! Хоба! Ой, это дамажит. А я хотел сюда ударить. Хоба! В первом уровне эти штуки не ломаются. О, тихо, тихо, тихо. Не, на клаве норм играть. Как-то там, я не помню. Что-то можно было, по-моему, какой-то супер удар делать. Так, не умри. Это сигарач. Ха-ха-ха-ха. Че думал, поймаешь меня, что ли? На, лови. Хуба! Не? Ну ладно, хорошо. Бум, бум. Ломается, нет? Я чуть сегодня Дактерлс не купил, что-то подумал потом. Пизду, лучше подожди. Нафиг мне этот Дактерлс ремастерит. Я его уже проходил. А за 400 рублей его брать, что-то падло мне. Уи! Так, нотки. Нотка, это хорошо. Нотка надо отдать мужчине одному. Хоба! Так, давай на куражах прыгнем. Хоба! Да на вас. Ой, а что ты заново появился? У тебя что-то упадет? А? Так, ну. Тихо. Что за секретки? Так, мисо. Завязывай. Что-то непривычно так. Давно не играл в платформеры на клаве. Что-то в последнее время на джойстике играл. Хоба! Бум. Бум. Ну а, привыкни. Весь день впереди, хер ли бы не привыкнуть там. Хуба! Так, я думаю, здесь секрет. Да? Женских побед. Бум! Блин, что-то денежку не взял. Денежку-то надо взять. Блять! Чуть не улетел. Бум. Есть курить. О, морковка. Морковка хп восстанавливает. Чуть-чуть. Ну, как и мясо, собственно. Чего она тебе напоминает? DuckTales. Еще я прыгаю тут. Особенно вот с этим вот. Так, 2700 денег. Ну. Пара-па-па, пара-па-па, пара-па-пам, пара-па-па. По жопе его нельзя бить, да? А я знаю, что здесь какой-то скип есть волшебный. Он на том драконе. Но я не спидранер, поэтому я не буду ничего делать.
Там, короче, очень красиво пролетаешь сквозь текстурочку и улетаешь куда-то вот сюда. Ой, она еще жива там, ёпта мать. Че, сюда можно? Найс. Че это? Че ценное? Денежки. Всегда так делаю. Плохого дракона по зёпе. По зёпке. Ой, а тут что-то есть. Это было видно. А здесь? Походу босс, да? Черный рыцарь, я знал, что рано или поздно снова увижу тебя. Синеющий трус. Поворачивай назад, лопатный рыцарь. Здесь тебе более нечего искать. Посторонись, черный рыцарь. Ты мне не враг. Я должен вернуться в башню судьбы. За время отсутствия твои чувства притупились. Неужели ты не видишь? Вся долина захвачена чародейкой. А между тобой и башней стоят ее непобедимые рыцари Ордена без пощады. Но это не важно. Ведь если хочешь добраться до чародейки, сначала пройди через меня. Готовьте лопату, сэр. Сука, такой вот. Воу, парень, ты чё? Какой-то трюк есть классный. Бля, давай, бей. Сука, он убьёт меня сейчас. Да, блядь, бей. Давай, оба, оба, оба. Хоба! Хоба! Стреляй! Бэм, бич! Уголь копать? Какой уголь? Я что-то пропустил? Бывает. Не все вижу. Немножко Голден Акса, да? Щитовой рыцарь! Детка, я спасу тебя! Эй! Эй! Чё ты изи? Тушил. Ну, я мог как пионер, конечно. Но что-то пошло не так. Деревня. Стой! Никакого оружия! У нас достаточно проблем без вооруженных типов в деревне. Это же не оружие, это лопата. А, кто-то проходи. И не забудь, нажимай W, чтобы говорить с жителями. Ой, я тебя помню, а где красный рыцарь, с которым ты раньше зависал? А можно? Поковыряться с этим, черный. Так, а чё? А чё не поменялось? Отвратительно. Фито Барри продают только свежий сок. Утром, днем и вечером. Надо сходить в Фито Бар. Вот этот парень. Приветствую, путник. Я простой бард. И у меня большая проблема. Я потерял все нотные листы. Мой репертуар разбросан по округе. Если вдруг найдешь нотный лист, принеси мне его и получи награду. Достойную. Ну и ну, ты принес две ноты. Фантастика, возьми 500 золотых за каждый лист. Да? А почему я не возьму? Чудесно. Посмотрим. Вот, ты нашел... Сотряси землю. Ах.
Остинатный тройной тромбон. Кажется, ты все обращаешь в чистую магию. Теперь у нас есть нотные листы, я могу в любое время исполнять композицию, только скажи. Давай послушаем. Славься, лопатный рыцарь, герой музыки. Чем тебе может служить скромный бард? Сыграй песню. Охотно. Чего желаешь послушать? А что у нас есть? Решительный удар, судьбоносный рыцарь. Главная тема. Главную тему можешь? Что-то ну такое. О-хо-хо, какое красивое личико, заглядывай к нам почаще. С удовольствием, тетушка. Козлобород. Ах, решение, решение, пополнить ли мне магию или здоровье? Это так непросто. Стрескать консервы. Может, купишь мой талон на еду? А то никак не могу определиться. Талон на еду? Зайдите к кулинару, чтобы улучшить здоровье. Давай. Я хочу ХП. У этого, какого? Как его зовут? Ну, вы знаете, из Пиратов Карибского моря. Этот. Леголас, блядь. Он стоит, прыгает слева. Да ладно, еду, давай-ка сюда. Сейчас будет готова отменная еда. Устрою во рту вкусовой кавардак. Вон аппетит! И простите за бардак. ХПшеньку давай. ХПшеньку же. Красавчик ты мой. Опа! Баранина, птица, похлебка и дичь. Питайся, чтоб максимум здоровья достичь. С вас талон на еду и угощение ждет. Спроси купон у Козлоборода. Что-то он не идет. А дай еще. А, то есть у тебя можно покупать каждый раз? Не, подожди, пока не надо. Так, эта чувиха нам магию будет пополнять еще. Так, здесь что? У-ху-ху! Ох, это призрачный рыцарь. Того, кто сумеет победить его, я дарю своим величайшим сокровищем. Призрачный рыцарь. Ну, здравствуй. А чё они не меняются? Ох, полагаю, мирного единения мне не видать. Что ж, раз уж я здесь, скрытое время за небольшой игрой, прошу лишь соточку. Хорошо, я наколдую какие-то штуки, а ты кидай их в цели и набирай очки, ясно? А, сука, стой! Давай-давай! Я смогу! Бля, не попал. Да в смысле? Стой! Я запутался! Тихо! Тихо! Ой, бля. Чё ж ты делаешь-то? Сколько я что-то мало набрал? 200. Твой результат 198. Зевок, я не в восторге. Не в восторге, но нотку дала. Ну и пошла ты нахер. А справа что-то есть? Нормас. Эй, лопатный рыцарь, я знаю, тебе тяжело, но не надо зарываться на работе. Это какие-то шутки в стиле Блэзера, по-моему. Не зарывайся на работе, ну. Я боюсь к вот этому чуваку подходить, потому что я помню, что у него очень страшное имя. Жрец Рыблок. Приветствую, друг рыб. Да славится корова или Рыблок. Кубок для хранения мифического Ихора. По-моему, что-то ХП восстанавливает, но их надо где-то наполнять. Не помню. Пс-пс, парень! Я и синий тип! Ты не представляешь, какие товары сегодня предлагаю. Не желаешь взглянуть? Само собой. Ух ты, блять, вот это надо взять. Прикольная тема.
Король Рыблок. Отличное имя, да. Так. Вверх и один. Я подумал, нет. Сфера прикольная, насколько я помню. Что-то она... Да-да-да-да-да. Дополнить. Это была лошадь. Эй, девочка, давай погоняю я твою штуку вот эту, дай. Угоню тебе ее нахуй. Это угон. Стой. Ой, бля, надо гонять. Ладно, забирай. Девушка, можно вас попросить? Так, давай на уровень сходим. Подкупим что-нибудь. Так, куда пойти сначала? Сюда. Призрачный рыцарь. Призрачный рыцарь, либо король. Рыцарь. Я прям даже не знаю. Давай сюда. Мы же выбрали, чтобы все были девушки. Враги. Там определенные меняются персонажи. Жаба! Так, как это работает? Вот так, да? Да, сука, псина. Ты вообще убиваешь что? Е! Прикольно. А! Сука, хотел ударить, не успел. На. Так, чё, это ломается? А я наверх не залезу, да? А давай попробуем вот так. Я сейчас назад вперед схожу. Пускай. Слышь! Что там? Вот это нормально. А вот теперь мор... Блядь, там проход был наверх. Давай попробуем. Да ну ты слышь, куда ушел-то, блядь. Да ну конечно. Да пошел ты нахер! Издевается надо мной. Давай, ладно. Еще раз. О! Хоба! Нормально. Это что, куда? Фак! Так, ладно, норм. Круто. Так, теперь главное выжить. Выжить любой ценой. Ой, сука! Тихо. Нет, я с тобой драться не буду, идешь ты нахуй. Стоять. Так, жабуш. Нахуй. Отлично. Ой, начинается.
Нет! Ну-ка, моргни. Прекрасно. А его наверх. Да ну брось! Нихера не вижу. Ой, отлично. Туши их нахуй. Там мясо возможно. Да как? О, а вот и мясо. Хе-хе. А вот и мясо. Да ну ты угораешь. Я чуть рисковый какой-то сегодня. Пошел он. Пойдешь на митинг против Архимона? Ужас. Ужас. Так. Ага. Пойдет. Фак, я не вижу. Где я? Ой, бля. Вот это я вообще что-то жестил сейчас. Я вообще ничего не видел, что там происходит. Просто прыгал. Так, ладно, веселуха продолжается. Вот это зря. Да ну брось. Где? Нормас. Стоп, назад. Есть проходы какие-то? Не замечаю. Так, не, вон там голова есть. Еще. Да ну ты издеваешься. Да хорош! Так, а куда здесь еще можно-то? Вниз только. Ясно. Ой, как много просралось. Блять, ну конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да ты че, серьезно? Так, а тут я все взял, да? Да. Ну что, первая смерть, походу, да? Главное не помереть сейчас. Нормальная тема, я тебе говорю. Просто два подряд. Бум-бум-бум. Но это надо аккуратно вообще. Потому что что-то у меня мало этого. Эти шарики, они расходуют. Синие эти. Синие бутылочки.
Ой, простите. Ой. Ну теперь хотя бы все взял. Че вы тут, блядь, меня убили-то, алло? Давай попробуй запрыгнуть. Да ну ты что издеваешься? Иди сюда. Да ну хорош. Нечестно. А там сейчас справа бомба будет обязательно, да? Да? Вот ты раз. Бля. Есть бомба? Бум. А что здесь тогда? Какая-то подстава. Кто это? О. А в деревне или на поле лучшие цены только у меня. А что ты в сундуке делал? Не знаю, что не угадаешь, что я нашел в этом сундуке. Хочешь посмотреть? Хочу. Колечко, которое... Ненадолго избежать опасности. Ходить по шипам можно. Ну что, отличная штука. Как там? Я поставил как. Тихо. Спасибо. Я не сказал спасибо. Скользи, слышь. Ууу, блять, спокойно. Ой, ну хотя бы того стоило, ладно. Какая-то подстава, по-моему, в центр, что ли, если упасть, что-то будет. Отстань! Чё тебе? Пиздился парень. Так, а... О, блин. Нормально себе курица падает. А чего вот здесь вот нет? Ничего нету. В этот раз. То есть, если прям надо будет полечиться, вот, пожалуйста. Сколько влезет. Лягушка суицидница. Норм. Вот это я зря. Теперь он мне будет мешать, да? Привидения что-то мне напоминают эти. Как вот, во Флинстоунах на Денде. Там такие какие-то тоже привидения были. Ой, бля. Фак! Что ты делаешь? Чё там? Так, иди сюда. Так, ну где? Так, кажется, босс.
Твой босс-то ебанутый. Spectre of Truth, да? Или как там у тебя? Здесь нет ни места живым. Здесь не место для живых, смертный. Тебя призовут, когда придет время. А время приходит для всех, как показал твой дорогой щитовой рыцарь. Здор! Я не верю. Рассказывай россказням фантомов. Ваше существование лишь гнусный обман. Чародейка полна сюрпризов, она даровала мне новую жизнь, чтобы я забрал твою. Let's go! Получил, блядь! Будешь знать, сука. Так, ясно, понятно. Аккуратно. Воу, ты что творишь-то? Ну, не сложный, в принципе. Где ты? Вот в чем вся проблема только пока. Я не вижу, где он. Сейчас вижу. Блять, он по мне попал, или я по нему? Чё-то ничего не понял. Бам, бич. Виктори! Так. Ну это просто типа лоудинг. Окей. Так. Саундтрек какой-то пришел. Подеремся. Не-не-не-не-не. Птица. Не. Да ну что ты не прыгнул-то? Да вы издеваетесь, что ли? На. На, говорю. Что-то в этом... много снимается в костюме. А потом будут другие костюмы, которые меньше маны тратят. Ну и ну, ты принес 4 ноты. Фантастика, возьми 500 золотых за каждую. Чудесно, посмотрим, что тут нашел. Музыка проигрывает в торговых центрах. Ну, полагаю, это помогает оплачивать счета. Теперь у нас есть нотные листы, я могу в любое время исполнять композицию. Ну ок. 10 косарей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, талон. Да. Давай. Хочу больше хп. Как можно больше. А сколько следующий стоит? 6 косарей. Так, она нам обещала. Она нам обещала отдать что-то секретное, когда мы победим призрачного рыцаря. Давайте посмотрим, что она нам подготовила. Ты сразил призрачного рыцаря. Узри же мое величайшее сокровище. Ты готов?
танец. Сука. Жопой. Че за пиздец происходит? Не, это было четко. Это было четко. Мы сразу отдадим на бис. Тарантелла. Это была Тарантелла. Блять, купить одно еще хп. Или не купить еще одно хп. На бис. Смотри, как я танцую. На бис. Мне нравится, как они начинают реагировать на это. Особенно вот этот девах, который за спиной у меня стоит. Такая. Сука. Ад какой-то. Труселями, ага. Жесть. Возьму-ка я еще одно хп, а че бы и нет? Там что-нибудь где-нибудь на уровне наберем, наверное. 3000-то. Давай. Давай, Вилл Тёрнер, готовь. А мы это копали? Чего такое? Вот это да, невероятно, ты вправду лопатный рыцарь. Да? Воу-воу-воу-воу-воу, стой. Чё-то я это не заметил. Много это? Не. Чуть-чуть. Пойдем отсюда. Кал. Пенни с мешком. Что-то здесь не клеится. Что там говорил тот парень в городке? Знаешь, я сейчас же пойду назад и выскажу ему все, что о нем думаю. Обязательно. Обязательно плюнусь в конце разговора. Замок Словнотоппи. Логово короля рыцаря. Рой, рой, не робей. Поворачивай налево, да? А, изи. Секрет. Вы это... Ебать вы наглые. Логотип яхт-клаба впихнули в игру. А я взял что-то здесь? Что-то я не понял. Походу, да. Оп, что-то не докопал чуть-чуть. А, лошадка! Лошадка, перестань! Лошадка суициднулась. Ну, зон годный здесь. Блять, что ты все выкидываешь-то в яму, дурак, что ли? Ну. Я чуть в яму не упал. О, крысы-вертолетчики. Крысы-вертолетчики. Вот это да. Ай-яй-яй. Так, вот там стену можно сломать.
Норм. 4-5. Случай проверить. Все проверять всегда на всякий случай. Еще пьянь. Че такие суровые-то? О! Нормально, сегодня денег прилетело. Конь! Бляха, я не знаю, что тут. Это я куда? Бля, это не опасно? Что-то мне подсказывает, что это ебать как опасно. Так. В деревне или на поле лучший цен только у меня. Ни за что не угадаешь, что я нашел в сундуке. Хочешь посмотреть? Давай. 1000. Берем. Огненные шары. По-моему, эта хрень у кого-то еще продается. Не только у него. А я назад-то вернусь отсюда? А, нормально. Это да. Ой, не туда немного. Все что угодно бить лопатой опасно. В ответку может прилететь. Яблочко. Бум, бум. Я что-то задумался. Куда лучше пойти-то? Так, чекпоинт здесь. Давай, знаешь что? Вот так. На всякий пожарный, я не знаю, что. Не, а мы так-то сможем? Нет, отсюда не допрыгну. Что не буду ломать. А! Так. Кругом секреты. Капец. Тоже не ломается. Так, а это куда? Ага. Что там вправо? Ложись! Ой. По Петифону прячется тут. За лампадами. Можно вернуться? Здесь, короче, план. Я что-то не ожидал, что тут так близко. Вот, денег зарубили. Ну, умрем, это другой разговор. Boom.
Да ну... Бля, вы меня что-то заинтриговали, ну-ка. Крысюх, давай клетик сюда. Что-то там вопрос какой-то намещается наверху. Давай, давай, вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх, вверх. А, выше, выше, выше. А теперь ниже. Сука, не достал. Ладно, я пошел. Вы куда? Я не могу. А, я могу. Почему я не могу? Я все могу. Все умею. Не-не-не, так не делай. Ждем, бьем. Господи, сколько здесь секреток. Капец. Roar! Так, вон вниз что-то. Секрет какие-то. Подъехали опять. Ладно, стану без монетки. Монетку не взял. Тьфу, ресет. На длинное вообще. Ну, относительно. Твою мать! Ты что, блядь? Эй-ей-ей! Фак! Думал, книга живет. Я что-то хотел одно сделать, в итоге получилось совсем другое. А что тут? О! Да, я не смогу две сотки взять своих. Две сотки! Там две сотки было! Сука! Ну просто, ну никак. Я не понял, поубить. Так, ну чё, босс, походу. У нас незваный гость. Прочь из нашего тронного зала, холоп. Умолкни, самозванец, ты вообще не настоящий король. Ошибаешься, чародейка оценила мою царственную особу. И теперь все падают предо мной вниз. Да ты просто загнивший прощелыга. Узнай вкус правосудия. Лопатного правосудия. Молчать! Он в платье, сука. Правильно, иди. Ба-бэнш! Хоба! Минус король. Рунь! Это килл. Нет, это платье. Он же женщина.
типа, должен быть. Так, сундук какой-то. В сундуке должна быть еда. Типа доп ХП. Но надо спасти принцессу. Ой, не принцессу. Щита рыцарку. Воу-воу-воу. Поймал. Отлично. Талон на еду. Зайдите в кулинару, увеличите здоровье. Изи. Чуть не помер, правда. Так. Отлично. Так, таложку потратить. И этому еще заплатить. Ну и ну, принес две ноты. Фантастика, возьму за 500. Обе, давай. Так, а что я проскипал-то? Потом что-то говорил про эти ноты. Сколько у тебя стоит? Чё? Спасибо, что купил мои талоны на еду, больше у меня нет. Раньше было, но они превратились в продукт того, как я прибыл. Талон на еду, давай-ка сюда, сейчас будет готова отменная еда, на! Устрой во рту вкусовой кавардак, бон аппетит и прости за бардак. О да, в реальности бы так. Плюс хп. Спасибо, что купил, больше нет, ну ладно. А это что? Хочешь использовать реликвии с толком? О да, конечно, я могла бы увеличить твой максимум энергии, идет? 1500 и стоит всего. Угу. А давай, а чё нет? Сколько, 40 стало? А давай еще 2200. Изи. Все, вот теперь нормально. Две 300. А это что такое? Ой, это я зря пошел сюда, да? Мне сейчас это... Вообще, за мое желание быть жадным мне игра накидает, я прям уверен. Копай! Не! Все, ведьму! А, вот. Хорош! Вообще норм подняли сейчас денег. Хоть прям иди еще раз прокачивай. Серьезно. Удочку купить. Удочку купить, точно. Купить удочку. А где она продается? Так, все, у тебя больше нет ничего, ну. Удочка тут какого-то типа продавалась. Вот у этого, да? Пс-пс, эй, товары! Да, возьми. Угу. Ну тут ловить можно рыбу в определенных местах, насколько я помню. Так, подожди, стой. Чё ты там мне предлагаешь? А. Да, возьми. Я не помню, зачем это. Так, приветствую, друг рыб. Дослается король рыблок. Кто?
Как, ты не слыхал про короля рыблок? А, наполовину рыба, наполовину яблоко. Вместе рыблоко. Он один из лесных богов, призванных помогать попавшим в беду. Чистая правда. Если доберешься до его священного грота, подними вверх свой кубок, и король рыблок появится. Между прочим, мне доверили продажу кубков рыблок. Крепким верам. Верой. Не желаешь приобрести? Я уже купил один, у тебя что, мне два что-то таскать? По-моему, это хрень ХП восстанавливает. Ну или там он мне сейчас предложит что-то, чем наполнить, что ли? Давай пробуем. О боже! Король рыблока! Кто потревожил мой сон, смертный? Тебе требуется помощь. Помоги мне. Я чувствую кубок рыблок. Если желаешь, могу наполнить его волшебным ихором. Запомни это слово, ихор. Это как и год, только ихор. Выбирай ихор с умом. Нет, нет. Восполнять здоровье и магию. Почему нет? Подданные, никто не желает вступить в наши ряды. Начинаем церемонию. Некто хочет. Рыблок это рыба и яблоко, да. Ну похож на яблоко вроде, да? У него это веточка торчит из жопки. Господи. Как это отбито? Рыба и яблоко. Господи. Прощай, лопатный рыцарь. Возвращайся, если тебе вновь понадобится помощь. Я сейчас чувствую себя как в телепузиках, знаешь? Когда это... они смотрят какой-то там фрагмент. И потом после просмотра фрагмента такие... Еще! Еще! И я начинаю второй раз его смотреть. О боже. Чё это такое? Здорово. Ой, шипы. Вот бы перефазоваться в безопасное место. Можно было получить несметные богатства. А что там далеко идти? Сейчас у меня есть вариант, как бы. Это ваши несметные богатства? Чё-то вы наебали меня, по-моему. А, еще. Чё я творю? Ха-ха-ха! Чё творю? Пиздец какой-то. Бля, ну нахуй. Танцующий кит это мощно, да. Танцующий кит это всегда мощно. Это убивается? Есть, курить, ты чего? И заново весь уровень, да? Ах, фак. Ладно, этот уровень чисто для этой штуки, я так понимаю.
Чё началось-то? Бум! Так, это я возьму. Пригодится. Можно, в принципе, пройти просто, да? Вот так. А чё, если не драться буду? О, ты чё застрял-то, алё? Отлично. Ну, я бы не сказал, что это прям несметные богатства, ну ладно. Это было хорошо. Пойти попробовать. О, ты нашел нотный лист. Пятихатку, чудесно. Посмотрим. Вот, я нашел приключения, жду. Кстати, недавно проводилось исследование, чтение карт заметно упрощается, если на фоне звучит музыка. Теперь у меня есть нотный лист, и я могу в любое время исполнить композицию, только скажи. Спасибо, не надо. Че, у тебя есть еще? А, у тебя больше нет ни хера. Ну ладно. Так, а сколько? 800 берем. 60 пускай будет. Программа «Угон». С вами я, рыцарь Лопатин. Угнал из города все. Так. Чугной. Алчный. Это что? Алчного рыцаря нужно победить. Угу. Давай чумного. Есть что слева? Так. Так, я сейчас отойду на пару минут. Сейчас вернусь, небольшой перерыв. А что ты меня перекрываешь? Слышь, давай не надо.